Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромное. А-а-а, я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. Грума! А дальше? Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Достанешь. Сын? Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Напиши. Ветур, Вар, Сумар, Хауст. Не вышло, но в маминой песне было так.
Сумар. Хауст. Не-а, неправильно. Вот. Хауст, Сума, Вар, где тут? Да! Атрей, то слово. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Ньорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Пиши дальше, пока пол не обрушился. Фола. 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 Они идут сюда! Не пройти! Они справа!
Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Whoa!
отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось, и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Трума! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Ха!
как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Я что-то слышал. Кто-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Значит, вы. Хватит припасов.
соберись и помогай искать. Да, так придется. Ох, да ты чёшь ты меня. Да, нельзя подвести отца. Ищи давай. Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. А? Ну вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? Ну нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать. Уже не помню, тогда у нас был место. Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Женщонки без еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Блин, дерьмо! Надо повторить его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Берегись! Оттащу твой труп! Банда! Вижу их! Давай, дерись уже!
вас, уродцы! Боги, ко мне! Прекрати! Сын, соберись! Брум, я знаю! Блиндер! Отвали! Сын. Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения.
Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить Бога? Интересно, что там? Стой, мы тут уже были, но как вернуться? Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Говорят, вы с Броком как бы знамениты. Ну, отчасти ты прав. А что говорят? Вы сделали молот Тора. О, да, точно. Мьёльнир нас прославил. Славное было время. И боги, и короли знали наше клеймо. И вместе были силы. И что же? О,
Ну, долго рассказывать. Вышло так, что нам стало сложно искать искру, понимаешь? Вдохновение, капризные штуки. А? Ой, не отвлекай меня. Видишь, сколько тут нужно убирать? Что приглянулось? Все, что угодно, юноша. Что-то забыл? Берешься. Я хотел еще кое-что тебе сказать. С чего бы начать? И не забывай дышать. Совсем ничего? Ладно. Thank you.
парень совсем нездоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Мы снова у руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справлюсь.
На другой стороне есть путь к выходу. Снова под ладонью, почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Отец, вон там! Я там что-то вижу! Тут еще. А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик, строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец.
Валькирия в заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Отец, берегись!